Друзья, всем привет, у нас Pokemon Go, и я рискую, иду на рейд на 3 звезды в одиночку. Да, у меня он есть, попробуем его высечь. Особо я не знаю, чем его сечь на самом-то деле, но, скорее всего, мачампами. Давайте посмотрим мои мачампы. А еще одного нету, да? Ну, вот у меня еще один есть. Наверное, вместо вот этого тира я поставлю. Тяжко будет, спору нет. Ну а вы перед тем, как мы начнем драться, не забывайте подписываться, порекомендовать друзьям, поставить лайк, если видео понравилось. Ну и все, наверное. Устраиваться поудобнее надо будет. Наверное, его я уберу в самый конец. Скорее всего. Так. Так. Ну, по ЦПшке. Да нет, я вот этого хотел в конец убрать. Где ты? Ладно, давайте начинать. Все, я, в принципе, все, что хотел, сделал. Полминуты осталось, ждем. Пошел обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Готовим свои пальчики. Ой. И пойдем начинать. Посмотрим, получится, нет. Я выбивал 3 звезды. Но неизвестно, что сейчас будет, конечно же. Время вроде есть, полно. Я, честно сказать, давно уже в таком не участвовал, как минимум года полтора назад. Ходил я на 3 звезды. Получится, не получится, не знаю. Ну, сейчас не могу сказать по хпшке, как пробивается, хорошо, нет, но половинку мы уже у него забрали. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, добьет же сейчас. Добьет. А может и не добьет. Не, добил, добил. Да нет, очень даже неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо. Мы его добиваем. У нас еще 100 секунд. Мачампы, красавчики, красавчики. Все, добивай его, добивай, добивай. Да, 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 да. Ой, я даже не посмотрел, что там дали. Да ладно. Много чего интересного точно дали. Ну что это? Ну что это? Ах ты, зараза. Ты издеваешься надо мной? Ну что могу сказать, в 3 звезды очень даже удачно получилось сходить. Один, я один на 3 звезды пошел. Один на 3 звезды. Что там по показателям? Да, ничего хорошего. О, давайте. Что сначала сделать? Ой-ой-ой-ой-ой. Полечимся. Так,
Я вам сейчас все покажу, что я тут отловил. Миссию я прошел с командой R. Собственно, третью я прошел. Ничего интересного там не было. Из тех покемонов, которые ловят. Все стандартно, все, что ловится. А четвертое, собственно, там ничего проходить не надо. Там нужно было выполнить первые три задания. О, нет. И все, и по факту да. И те да. Да. И после этого нужно уже будет финального там босса поймать. А финальный там был Селебий, если я правильно это называю, этого покемона. Но он был шайни, и я его вам сейчас покажу. Да и вообще, мне как-то, когда я видео записываю, ну, хоть убей. Один раз тогда Диглет мне попался шайни. А вот видео не записывал, мне прям два. Прям два. Подрался я с командой R, и мне шайни прилетел. Я прям удивился. Ну, а потом Целебий. Ну-ка, что тут у нас? А, кстати, как вариант. Сейчас мы его используем. Не, ну слышь, дружок, ты прям улиточка. Жирненькая по цепочке. Очень жирненькая. Видео сегодня будет небольшое. Я только покажу, что... Осталось показать то, что я... отловил. Ну, еще кое-что о своем уровне покажу. Расскажу, если кто еще не знает одной фишечки интересной. Что у нас здесь? Ничего. Удаляем. Так, все будем сейчас по порядку. Нет. Сначала разберемся с конфетами. Замечательно, делаем. Да, сейчас мне надо легендарок повышать, чтобы пройти. И вот к этому мы сейчас и возвращаемся. Чтобы пройти что? Для чего это надо? Так, а мне еще может быть один рейд, но не сегодня. Получается, не сегодня. Хорошо, что у нас здесь по заданиям? Ой, как замечательно. Ой, как замечательно. Серьезно. Заберем. Дейна. Так, его я оставлю. Я не знаю, сколько у меня их есть. Но это интересный покемон, который практически я не видел. Живой, так сказать, в природе. А у меня его вообще нету. Охренеть просто. Без комментариев. И еще что-то. А это что за шапочка? Хап. Я не знаю, что это. Да вы серьезно? Здесь прям изобилие. То, чего у меня нету. Просто изобилие. Где по старых таких поймать бы? И ходить с вами, ходить. А у тебя есть какая-то эволюция, дружочек? Есть. Замечательно просто. Но не очень хорошего. По факту не очень хороший. Здесь у нас тоже пройдено. Как мы одним рейдом сколько зайцев убили? Глюки. Зашибись. Глюки. Не, это нельзя. Глюки. Глюки. Ну,
Ну давай, не подводи, дружок. Давайте пока что, может быть, и не получится, но хочу рассказать по поводу уровня. У меня уже я набрал опыт для 41 уровня, но я на 41 уровень не могу перейти, потому что мне нужно пауэрапнуть 20 легендарных покемонов и 30 рейда выиграть. Замечательно просто. Поэтому я это сделать не могу. Хорошо. Серьезно? Ты кто такой? Ага, я просто так тебя поймать. Вот такой целеби я ловил от команды R. Только не так, а совсем хуже было. Но мне это не очень нравится. Я бегал по торговому залу и прыгал, скакал, чтобы его поймать. Пожалуйста. Недолго это будет. Неизвестно что, неизвестно как. Не, все. Не так уж и долго. Сколько у нас прям сегодня много новых покемонов? Виктини. Ну, ничего не надо ее с ней делать. Тоже не ахти. Ну и, собственно, последнее, что я хотел вам показать. Новеньких покемонов, которые были. Так, оп. Вот прям идет. Хипно, Шайни. Рогенролла за 97.8. Целеби Шайни. Руфлет, да, мне тут попался. Пикачу неплохой, 93 айвишки. И Дуктрио, но это уже вы видели, Шайни. Вот так вот. Не забывайте подписываться, рекомендовать друзьям. До новых встреч. Всем пока-пока.